На ежегодной пресс-конференции сотрудники Пенсионного фонда России поздравили журналистов Колымы с Днем российской печати. 13 января работники СМИ отмечают это событие. Праздник связан с исторической датой – началом издания первой печатной газеты «Ведомости». Сотрудники ПФР поблагодарили журналистов за сотрудничество. Я с огромным удовольствием благодарю вас за сотрудничество в лице присутствующих сегодня здесь журналистов и, естественно, тех, кто увидит нас на ваших каналах, нашу передачу, вот, за наше взаимовыгодное сотрудничество. Вы всегда откликаетесь, всегда приходите, всегда вовремя, своевременно подаете ту информацию, которая людям необходима. И от всей души я желаю, чтобы у вас было как можно больше положительных информационных поводов, которые радовали бы вас, радовали людей. Также работники ПФР пожелали журналистам финансового благополучия. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в этот день сотрудников СМИ поздравляют во всей стране, проводят торжественные мероприятия, конференции и семинары.